Приветствую вас на канале «Час ремонта». Сегодня мы рассмотрим ударную дрель Zubr Master DU550ER. Буду рад, если вы поставите лайк, а если еще и останетесь и подпишетесь на наш канал, буду очень благодарен. Актуальные цены на этот перфоратор вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Ударная дрель Zubr Master DU550ER – незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах – дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и так далее. Компактная и легкая дрель с ключевым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией – лучший подарок домашнему мастеру. Широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная эргономика – все, что нужно для качественной работы. Ключевой патрон предусматривает надежное закрепление оснастки. На основании сетевого шнура есть специальное крепление для патронного ключа. Вес агрегата 1,6 кг, работает дрель от 220 вольт, длина сетевого шнура 2 метра. При покупке инструмента вы получаете саму дрель, боковую рукоятку, глубиномер, ключ к патрону и документацию. Все это упаковано в картонную упаковку, кейс в комплект не входит. Ударная дрель используется для сверления отверстий в различных материалах – дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и так далее – при установке соответствующих сверл, монтажа резьбовых соединений при установке соответствующих бит, перемешивания ЛКМ при установке соответствующей насадки. Реверс помогает освободить застрявшее сверло или, например, отвернуть крепко засевший шуруп. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ и материала. Наличие функции удара позволяет сверлить бетон диаметром до 13 мм. Преимущество – удобный инструмент для эффективной и производительной работы. Легкая и компактная дрель для работ по дому. Функция сверления с ударом позволяет выполнять отверстия в кирпиче и легком бетоне. Качественный кулачковый патрон для насадок диаметром до 13 мм. Электронная регулировка предела частоты вращения удобным колесиком в широком диапазоне. Изменение частоты вращения степенью нажатия на выключатель в пределах установленного колесом максимума. Ударные шестерни из хромового сплава продлевают срок жизни ударного механизма. Изменение направления вращения реверс позволяет использовать изделие в качестве шуруповерта. Фиксация выключателя во включенном положении для удобства при длительных работах. Ограничитель глубины сверления позволяет бурить точно на заданную глубину при серийной работе. Удобная дополнительная рукоятка с креплением для установки глубиномера. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого инструмента. Минимальные обороты слишком высокие. Очень быстро нагревается корпус. В ударном режиме сильная вибрация. Одна скорость очень мало. Нет кейса в комплекте. Патрон немного люфтит. Регулятор оборотов условный. Крутящий момент маловат. Шумновато. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Провод мягкий и достаточной длины. Есть регулятор скорости на кнопке. Накладка из резины на ручке. Небольшой вес. Очень низкая цена. Ключевой патрон. Приятно держать в руках. Биение на патроне не наблюдается. Гарантия 5 лет. Возможно, вы станете владельцем этой модели ударной дрели. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!